Все, слышишь меня? Да, у меня зеленая, что, побежала. Все, я выключаю. Все. И все хорошо сложилось. Меня слышно, я так понимаю, потому что у меня микрофончик, так скажем, загружен. Вот, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня слышите и видите презентацию. Извините за задержку, ну, с техникой такое бывает, но все это, как есть такая примета у сетевиков, все, что делается, все к лучшему. Всем привет, девчоночки. Я извиняюсь заранее. Так, девочки, видно меня? Что-то с презентацией, не пойму, что происходит. Сейчас посмотрю материалы. Так, вот, хорошо, набери меня. Девочки, слышно меня? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если слышно, потому что что-то барахлит. Слышно, да? Презентацию видно? Презентацию видно? Заставочка есть у вас? Запуск каталога? Все, замечательно. Извините, что так получилось. Вот, надо проводить чаще вебинары, тогда будет все хорошо. Итак, мы с вами сегодня на запуске каталога номер 17. Это последний каталог в этом году. Я очень рада, что такая честь выпала мне, потому что каталог очень красочный, просто замечательный. Море предложений от компании, подарков. То есть мы можем с вами ну, просто и себя порадовать, и близких наших, и сделать большие товарообороты, получить за это премии, вырасти в уровнях. В общем, этого буду желать вам на протяжении всего каталога, всего нашего вебинара. Вот. И я уверена, что по закрытию каталога мы получим шикарнейшие результаты. Кто со мной согласен, ставьте восклицательные знаки. А мы поехали дальше. С чего наши товарообороты? От чего нам компания платит премии? За что она нам оплачивает премии? Кто пришел сюда на бизнес, тот понимает, что это от товарооборотов. Однозначно получается шикарные у нас премии. Боже мой, что ж произошло? Не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Девочки, значит, как получается... Товарообороты, как получаются товарообороты личные, товарообороты групповые. Значит, обновляем мы свою косметичку, это тоже будет товарооборот. Готовим подарки к новогодним праздникам, это тоже входит в наш товарооборот, личный товарооборот, да? Если мы сами обновляем, если мы рекомендуем своим знакомым это делать через нас, то получается или нашим консультантам делаем рекомендации, вот, делимся с ними впечатлениями о продукте, то получается это уже входит в групповой товарооборот. Клиентские заказы с Viber Group. У кого Viber Group есть, поставьте, пожалуйста, пятерочку. Поставьте пятерочку, чтобы мы понимали, что вайбер-группы у нас работают. Умнички какие, Люда Коцарь, Кобыленко Наташа, Светочка наша, пример для подражания. Вот. И те, кто активно их ведет, эти вайбер-группы, в них делятся впечатлениями своими, от компании какими-то видео и так далее. Лена Абраменко. Вот, однозначно там будут вебинары, особенно в преддверии Нового года, в преддверии таких шикарных праздников, Рождества. То, какие праздники празднуют, те и праздники будут учтены. И также
личный товарооборот и групповой товарооборот организуются совместных покупок, от организации совместных покупок по структуре. Если вы организуете, то это личный товарооборот. Если в вашей структуре ваши партнеры организуют, то это уже будет групповой товарооборот. Что же нам может помочь при организации личных товарооборотов, групповых товарооборотов? Конечно же, необходимо бывать на запуске каталогов. В таком вебинаре, как сейчас у нас проходит вебинар, от структуры или от компании проходят различные вебинары, в которых рассказывается о новинках, о скидках, о выгодных предложениях, об акциях, которые идут в этот каталог, и мы сегодня с вами об этом поговорим. Вот, необходимо изучить каталог самому, лично самому, потому что от того, что вы чего-то не знаете, не видели в каталоге, не просмотрели его спереди назад и сзаду наперед, вот, не влюбились в те продукты, которые в каталоге, конечно же, мы не сможем даже своим близким что-то порекомендовать. Однозначно, мы не знаем. Мне, например, задают вопросы: Оля, а когда будет скидки тональная основа, например, да, антивозрастная? У меня есть клиенты, которые сложились вот за годы сотрудничества с компанией, потихоньку сложились такие, клиентская такая база, те, которые доверяют мне, которые прислушиваются к моим рекомендациям, и они задают вопросы. И я уже спешу ознакомиться с каталогом, чтобы посмотреть, есть ли их запросы, возможность удовлетворить. Для этого я здесь еще забыла указать, мы ведем еще и блокнот клиентской запросов клиентской базы, пожелания клиентов или наших знакомых, или наших друзей. Вот. И это однозначно вам будет тоже хорошим подспорьем. После того, как вы на вебинаре услышали какие-то рекомендации, какие есть драйверы каталога, какие выгодные предложения, вы однозначно захотите посмотреть, полистать сама каталог. Вот такой красочный, шикарный у нас каталог 17-й. И сделать пометочки или себе на заметку взять, что вам или кому-то из ваших знакомых необходимо. И это уже будет... помогать вам в организации личного товарооборота или группового, если вы кому-то рекомендуете из своих партнеров и клиентов, VIP-клиентов в вашей структуре. Есть такая фишка, мои любимки, это наш спонсор Света Бережная. Я от нее услышала такую рекомендацию впервые, вот, что выбери 5 продуктов в каталоге своих любимых, и продается, мы уже из собственного опыта знаем, что продаются самые лучшие, продаются те продукты, которые ты любишь, которыми ты пользуешься, и постоянно вот, получаешь от этого результаты, и очень много... как сказать, удовлетворение от того, что ты пользуешься такими качественными и, скажем так, вообще шикарными просто продуктами, да, на натуральной основе, которые нравятся тебе, и потом показываешь и рекомендуешь другим. Особенно, если делают комплименты, и ты сразу говоришь, а это все наш Oriflame, это все наши шикарные продукты, комплексный уход и так далее. Еще умный каталог хотят все. Почему я так написала? Потому что вот тот каталог, в котором вы делаете пометки, вы можете его подписать, написать умный каталог. И когда иногда бывает так, что даже у своей знакомой оставляю каталог, и она говорит, а почему он умный? Я говорю, потому что там есть еще дополнительные рекомендации, мои впечатления от продуктов. И тогда люди, которые заходят в ее кабинет, они, посмотрев, говорят, о, я видела уже каталог Oriflame. Вот. А моя знакомая говорит, да, это не обычный каталог, это умный каталог. Вот знаете, такая интрига небольшая, она, конечно же, дает возможность сделать вот такой вот как бы акцент на том, что это каталог Oriflame, не рядовой. Вот. И таким образом у людей появляется желание, как запрос на умный каталог больше. Всего лишь ваши пометки на определенных страничках. Вот. До продажи.
Это фишечки, которые вот если у вас есть клиентские какие-то заказы, или же те люди, которые чисто бизнесом занимаются, но не и сами есть возможность свой личный товарооборот организовать среди своего круга знакомых, все равно, ну, получается, что до продажи можно предложить им продукты. И мы сегодня с вами поговорим, что можно предложить в допродаже. То есть это дополнительные какие-то 5-10 бонус-баллов, которые если по структуре там 10-15 вас человек, можете посчитать, сколько это добавится в ваш групповой товарооборот. И после продажное обслуживание обязательно, если у вас 2, 3, 5, 10 человек заказывают продукты, конечно же, и самому интересно, какой результат они от этого получили. И с другой стороны, нам это поможет, если мы будем от них узнавать их впечатления, какие-то положительные моменты. Возможно, даже они его используют в каком-то, ну, более широком ассортименте, да, и потом... не ассортименте, а в более широком аспекте. И таким образом мы накапливаем опыт, можем делиться этими впечатлениями с другими людьми. Вот. И через 2-3 дня, вот после продажное обслуживание, через 2-3 дня после продажи или после того, как у вас приобрели продукт, вот, родственники, знакомые, ну, неважно, или это в Viber-группе заказ сделали люди, поинтересуйтесь, они его начали использовать, правильно ли они используют, то есть таким образом вы еще уточните, правильно ли они используют и подкорректируйте их, так скажем, действия, чтобы они получили действительно тот результат, которого ожидают. Вот. И за это будут благодарны люди, потому что вы проявляете заботу о них, и, естественно, таким образом продвигаете продукт. У нас для того, чтобы мы приглашали людей, сами как спонсоры, люди, которые строят бизнес, развивались и уверенно действовали, да, компания предлагает нам стартовую программу. Вы знаете, что там есть 4 шага, но обновляется у нас периодически в течение 3 каталогов действуют одни и те же предложения. То есть туалетные водички обновляются каждые 3 каталога. И поэтому стартовая программа, которая у нас предложена, сейчас идут шикарные ароматы, вот, которые будут в канун Нового года просто находкой для тех людей, которые изъявят желание бизнес строить с компанией Reflame или просто быть клиентами. Это Экла Луи мужская и Экла Мадемуазель женская туалетные воды. Вот, и они просто невероятные ароматы. Волшебные, я бы сказала. Что нам еще может помочь? Конечно же, вот рекрутинговая акция. Ее надо было, конечно, поставить в начале, вот, но немножечко неправильно выставила. Но, тем не менее, меня все понимают, что речь о рекрутинговой акции идет. Это продолжение предыдущего каталога у нас акция. Это просто шикарные у нас кухонные принадлежности. Вот каждой хозяйке хочется обновить, особенно перед Новым годом, свою кухонные, скажем так, принадлежности, да, вот такие яркие, шикарные, тем более Moulinex — это известнейшая фирма. Вот, и у нас уже получили подарки в прошлых каталогах, девочки, поставьте, ну сколько, двадцаточки, кто участвовал и уже располагает на то, что получит подарки за предыдущий каталог. Вот. В 17-м каталоге мы можем поучаствовать в акции рекрутирования. Отлично, Наташа Кобыленко. Вот, молодцы, девочки. Вот, и получить вот такой вот для сыпучих набор, да, за двоих квалифицированных рекрутов и нашу кофеварку за 4 и более, так скажем, приглашенных, квалифицированных новичков. Вот, все по ходу, молодцы. Вот, и также нам помогут, конечно же, наш каталог, каталог красочный.
Вот. И буквально в этом каталоге на странице 16-17 мы смотрим, что компания не просто одним каталогом живет, она нам предлагает быть активными и получать подарки весь этот зимний сезон, чтобы нам не было грустно, чтобы нам было, как сказать, радость дарить не только в 17-м каталоге и в последующем каталоге, да. И вот если мы делаем даже при минимальном заказе на 190 гривен по каталожной цене заказик, то поучаствовав в следующем каталоге, в первом, точно так же сделав заказ на 190 гривен и более, вот, в каталоге номер 2 мы уже сможем получить один из этих просто невероятных продуктов, которые вы видите справа на слайде. Вот. Парфюмированная туалетная вода Love Potion, она просто бестселлер, вот, волшебным образом действует на наших мужчин, да, вот, и как раз будет к 23-му вы будете, невероятный шлейф нашего замечательного аромата будет, так скажем, окутывать вашего любимого. Вот. Если вы предпочтете крем-маску на вейдж ночную, то однозначно будет здесь просто, как сказать, сами получите удовольствие и будете восхитительные взгляды ловить на себе. Вот. И я, конечно, для себя возьму просто мой любимый бестселлер для меня – это нашу омегу-3 в капсулах. 60 капсул, вот, и их хватает на 2 месяца, работает хорошо с сосудами, здесь жирные, ненасыщенные жирные кислоты, вот, помогают сосудам, сердечно-сосудистые, поддерживать систему сердечно-сосудистую, зрение, мозговая деятельность, в общем, очень большой спектр действия этого продукта на вейдж, wellness. Вот, и все, кто выполнит условия этой акции каталожной, смогут воспользоваться при заказе 25 бонус-баллов, смогут воспользоваться таким предложением компании. Вот, у нас еще есть акция, видите, какое наслоение, акция активности, лояльности в каталоге 17 у нас, да, вот, и точно так же, поучаствовав в этом каталоге, вот, и в следующем каталоге номер 1, вот, во втором каталоге мы тоже получим такие подарки. Здесь и туалетная водичка мужская с пеной для бритья, и туалетная вода Люсия, тоже очень любимая многими, цветочный шлейфовый аромат вместе с нашим праймером, да, вот, Giordani серия представлена в виде тональной основы минеральной и спрея Giordani, и туалетная водичка более свежего аромата вместе с кремом для тела. Так что выбор делайте, и делайте минимальные даже заказы, и сможете воспользоваться этими предложениями во втором каталоге. Уже во втором каталоге 2020 года. Я позаимствовала Sweet & Slight, она выставляла у нас в чате. Тебе это выгодно, потому что, выполняя одни и те же условия, вот здесь видно на слайде, одни и те же условия, акция каталога, акция активности и лояльности, вы сможете сделать приятное и другим людям, и себе. Легко и комфортно выбирайте подарки для родных и близких, вот, с выгодной экономией, и зарабатывайте, забирайте подарки и зарабатывайте деньги, организуя товарообороты. И сейчас я хочу сказать, что я не просто готовилась к этому запуску каталога, я еще спросила, какие делают предложения девочки с моей структуры. И сейчас я предоставлю слово Ольге Момотовой, которая
у нас в чате выставляет всегда такие просто шикарные рекомендации по декоративной косметике. Ее рекомендациям прислушиваются наши консультанты, партнеры. Вот. И всегда в Viber-группе, вот посмотрите, какие настоятельные рекомендации она дает и какую выгоду она показывает. И сейчас мы включим ее видеоролик по рекомендациям вот этих продуктов. Я надеюсь, что у меня это получится. Всем привет, девчоночки. Я извиняюсь заранее, мы не продумали все по поводу выступления моего навыка, поэтому я записываю. Еще раз извиняюсь, я немножко поболела, поэтому голос не очень красиво звучит. Сегодня я хочу поговорить с вами о выделенных мною топ-5 продуктов, на которые стоит обратить. Да, Олечка очень увлеченно, очень интересно рассказывала. И даже несмотря на то, что удваивался звук, наверное, все-таки мы еще не такие как бы опытные. Вот, прошу извинения за это, но я не могла прервать это видео, потому что она с такой душой, теплотой рассказывала о наших продуктах и такие четкие рекомендации давала, что я просто не могла прервать ее видео. Отдельно видео мы выставим тогда еще в наш чат, вот, и будете ей там аплодисментами делать аплодисменты и благодарить. Все, а мы продолжаем с вами. Вот Олины настоятельные рекомендации. Вот и следующий человек, у которого я спросила, какие же рекомендации она дает своим близким, знакомым, всем, с кем делится этой возможностью 17-м каталогом, да, пользоваться шикарными скидками, предложениями, это Наталья Кобыленко. Это тоже девушка очень красивая, очень душевная, очень подельчивая. Вот, она поделилась со мной теми 5 продуктами, которые она рекомендует в 17-м каталоге всем, с кем делится этим каталогом. Вот, Наташа, в первую очередь, я от нее неоднократно слышала, что ей очень понравился наш обновленная наша серия «Шведский спа-салон». Вот, и в этом каталоге есть шикарное вообще предложение от компании за 109 гривен по каталожной цене, дистрибьюторская, естественно, дешевле, взять набор по уходу за руками, шведский спа-салон. Что же он даст вашим ручкам, если вы сделаете выбор, остановите свой выбор, будете этими шикарными продуктами и впечатлениями от них делиться со своими знакомыми. Вот. Спа-салон – это такой приятный, расслабляющий морского бриза аромат. Вот. Кто пользовался, поставьте, пожалуйста, 5 в чат, потому что я лично от него просто в восторге. Как-то даже меняется вот на лице, выражение лица, появляется улыбка, такое умиротворение. Вот. И сюда входят в это... маска для рук и мыло, массажное мыло, вот в этот набор входит. Значит, маска для рук содержит натуральный экстракт водорослей, вот водоросль шведского архипелага, вот водоросли, это палария и каролина. И они дают возможность эти продукты увлажнение обеспечить нашим ручкам, коже наших рук, восстановление вот кожи, особенно если ручки труженицы наши уже, как сказать, просто необходимость есть за ними поухаживать, да, и подготовить, особенно актуально сейчас к Новому году, вот, и защитить их от воздействий наших атмосферных, потому что холода, перепады температур, сухость однозначно. И вот такие вот
продукты шведского спа-салона, наша масочка для рук и мыло дадут вам идеальный, шикарный просто результат ухода за руками. Дальше. Интенсивно увлажняющая маска для ног. Значит, за ручками поухаживали, еще себе порадуем и уходом за ножками. Маска просто изумительная. Она тоже дает, маска для ног, вот, она дает увлажнение, вот, там содержатся тоже увлажняющие компоненты, питательные различные масла, и они смягчат вашу кожу на ножках. Единственная рекомендация перед использованием маски – обязательно удалите роговевшую часть, распарьте. У нас есть пилочки для ног шлифовальные или с крабиком для ног. Кстати говоря, в этом каталоге тоже есть краб для ног. Буквально горошинки вам достаточно будут для того, чтобы вы удалили этот роговевший слой на ваших пяточках, вот, на ножках, на подошве. И потом наносите масочку на 20 дней. Пилки огонь, Оля пишет. Да, шикарные пилочки. Кто любит пилочки, поставьте в чат тоже восклицательные знаки. Вот. И на 20-25 минут наносите. Можно одеть носочек или какой-то целлофановый пакетик одеть и утеплить. Вот. Можно на всю ночь нанести, и однозначно на утро будет как, пяточки ваши будут как попка младенца. Так когда-то Света Бережная говорила, когда рекомендовала такие продукты по уходу за ножками, особенно нашу маску. Также Наташа рекомендует увлажняющую маску для всех типов кожи. Она говорит, что просто восхитительная эта маска, она нею пользуется и рекомендует другим людям и постоянно хорошие отзывы получает, потому что она легка в использовании, вот, она очень экономична, потому что буквально капелька, ну, капельками нанесенная на лицо, можно в течение дня наносить, если вы чувствуете, что находитесь, допустим, в каком-то помещении, где есть обогреватели или кондиционеры, и увлажнение вашей кожи, оно просто куда-то улетучивается. Поэтому можно нанести маску буквально на несколько минут, и потом ее ну, смыть или не смывать, тут можно и так, и так. Вот, и получите просто шикарный результат, потому что в этой маске содержатся экстракты ежевики, экстракт малины и экстракты голубики. Это натуральные ингредиенты растительного происхождения, они обеспечивают, ежевика нам дает сияние, увлажнение шикарное дает. Малина, которая входит тоже в эту масочку, экстракт малины, восстанавливает нашу кожу, дает дополнительное увлажнение, освежает ее внешне освежает, вот, просто как будто вы выспались, да? Вот, и голубика тоже дает увлажнение, то есть все три компонента. Почему она так сильно увлажняет? Потому что все три компонента, все три экстракта, они друг друга как бы поддерживают и дополнительное увлажнение дают. И еще голубика работает как антиоксидант, то есть защищает нашу кожу от воздействия радиоактивных свободных радикалов. Вот, и это, естественно, и здоровая кожа будет, и молодая, еще долго и долго ваша кожа. И Наташа также рекомендует нам, ну, продукты, новинки этого каталога, вот из серии Natur продукт, да, питательный крем для лица и тела для всех типов кожи и очищающие средства с этой же серии. Очень нежный аромат у этих средств по уходу за кожей лица, вот, они очень экономичные и очень приятно ними пользоваться, вот, умывалка. И в крем содержит масло авокадо, жирные кислоты. Представляете, здесь есть ненасыщенные жирные кислоты. Это здоровье, это отличное кровообращение в нашем коже, на лице. И еще есть смягчающие, увлажняющие тоже компоненты. Вот. И для всех типов кожи, для всех возрастов. Наташа, благодарим тебя за твои рекомендации. Желаю тебе самой
пользоваться продуктами этими, рекомендовать их и получать шикарные результаты от продуктов и организовывать тоже и личный товарооборот легко, и групповые товарообороты, чтобы у вас был рост и постоянно оправдывались ваши усилия и достигались цели. Еще одна рекомендация от Лены Абраменко. Леночка сама по себе очень харизматичная, очень такая креативная девушка у нас. Вот. Она любит рекомендовать, продавать, она всегда делает большие товарообороты, вот, и к ее рекомендациям тоже стоит прислушаться. Восхитительный уход – это вот продукты, или, как сказать, нашей декоративной косметики. Вот, питание, увлажнение и комфорт обеспечит вашим губкам помада 3 в 1, где есть и блеск, и бальзамчик для губ, вот серединка этого, этой губной помады, стержня этой губной помады. И, конечно же, у нас пигментированный, вот оболочка пигментированная, и вы можете выбрать любой цвет, какой вы хотите. И восхитительные губки будут ваши, комфортное будет ощущение, увлажнение, вот, питание, и, естественно, получите шикарное удовольствие, истинное удовольствие. Вот, на странице 37 есть набор, который Лена сказала, что у нее сейчас очень хорошо идет, потому что все, кому она рекомендовала ранее такой вот бальзам для гель-бальзам для ресниц и для бровей, он просто доставлял истинное удовольствие и получал результаты каждый человек, который использовал этот бальзам гель, кондиционер для губ. Во-первых, там есть увлажнение. Содержатся увлажняющие компоненты в этом геле-кондиционере. Во-вторых, здесь есть компоненты, которые улучшают эластичность ваших ресничек, вот, и дают возможность хорошо зафиксировать и подвернуть ваши реснички так, как вы хотите. Вот. Ну и как бонус здесь идет любая маска, какую вы сами выберете, укажите в заказ вместе с гелем-кондиционером для ресниц и бровей ту масочку, которую вы хотите получить в подарок. Вот такой вот шикарный набор Лена предлагает своим знакомым и клиентам. Вот. И еще она в восторге от консилера, стойкий консилер справа вот у меня здесь, да, вот, который скрывает темные круги под глазами, она сказала, он мне просто спасает в некоторых случаях, да, когда долго у компьютера посидим, хочется выглядеть на утро все равно свеженькой и как бы выспавшейся, да. И этот консилер, он еще выравнивает тон кожи вокруг наших глазиков. Вот, и очень легок в использовании, потому что там есть аппликатор, которым легко наносить и растушевывать содержимое этого флакона. Вот, Леночка, спасибо тебе за эту рекомендацию. Еще Лене очень нравится и самой, и она смело рекомендует вот нашу парфюмированную туалетную водичку Эклаби Кэт. В этом каталоге она очень выгодном предложении, потому что идет в наборе с спреем такого же аромата Эклаби Кэт. Вот. И стоимость ее 489 гривен. В канун это очень выгодно и самому приобрести, и рекомендовать своим знакомым. Пользуясь сами, мы можем делать такие же рекомендации и своему кругу знакомых. Вот. Или коллегам по работе. Вот. Это очень выгодно. Аромат шикарный. Эклави Кент вообще супер аромат, пишет Оля. Кто с ней согласен, поставьте восклицательные знаки. Я бы тоже поставила несколько восклицательных знаков, потому что мне самой нравится этот свежий, приятный аромат. Он очень располагает.
Вот, особенно если человек где-то в коллективе работает, пользуясь таким ароматом, он будет всегда, к его мнению будут прислушиваться, и всегда будет приятно и самому, вот, и с другими людьми общаться, если будут тоже там пользоваться таким ароматом. Вот, и заказав эти продукты, вы можете еще и заказать вот две, у нас просто бестселлеры, две туши по шикарной цене. Вот, 89 гривен каталожная цена, а наша цена на 20% дешевле. Это просто находка. Вы новиночку можете оставить себе, потому что они практически идентичны, эти туши. Единственное, что с правой стороны, вот тушь, которую здесь на слайде вы видите, это новинка, и у нее пигмент более черный и кисточка изогнутая. То есть для более, ну, более изысканного такого изгиба ваших ресничек удобно этой кисточкой пользоваться. И более яркой хочется быть на праздниках, потому что мы будем и в новогоднюю ночь находиться, XXL, пишет Оля. Да, она больший объем дает, чем 5 в одном тушь обычная. Но там тоже по составу такие же самые канделийские, кандаубские воски, которые могут нам, ну, поддержать нас, так сказать, защитить нас от излишней влажности, потому что сегодня был туман. И, конечно же, тушь 5 в одном, и тайф, и новинка, все это нам поможет защитить наши реснички от протекания, от оплывания, вот, туши. Она и та, и другая тушь, они дают объем, разделение, изысканный изгиб, удлинение и уход. Вот эти пять функций, которые выполняет тушь 5 в одном. И она каждые 4-5 минут в мире продается, обязательно продается эта тушь. По-моему, даже секунд, если я не ошибаюсь. Вот, так что пользуйтесь сами, рекомендуйте другим людям и, организуя товарообороты, продвигайтесь по уровням и достигайте тех целей, которые себе ставите. Я рекомендую от себя тоже продукты, которыми просто, ну, очарована. И в этом каталоге я в свой заказ включила капсулы, которые долго-долго их ждала. Я получила их по акции, но у меня забрала знакомая, когда была у нас акция, капсулы были в скидке. Вот. И сейчас я их заказала, и причем не одну, а две упаковочки, потому что лучше пусть они полежат у меня полтора-два года. Вот. В принципе, через полгода можно и к ним снова вернуться. Вот, потому что сейчас они по цене 324 гривны. Можно, конечно же, и включить и 50% скидку, если у вас есть таковая. Я так и воспользовалась. Одну заказала по той цене, которая в каталоге, а вторую через свои бизнес-класса возможность 50% скидка на эти капсулы. Она, конечно же, дешевле, до 200 там, с копейками гривен. Еще я заказала астаксантин, потому что этот продукт серии Wellness я постоянно беру уже на протяжении многих-многих лет, и он поддерживает меня особенно в зимний период, особенно в период, когда перепады температур, холода и так далее. Буквально вначале приходилось 4-3 капсулы выпивать, когда те первые признаки переохлаждения и первые признаки ОРВИ, то есть простудных заболеваний. Сейчас мне достаточно одной капсулки, потому что астаксантин уже мой организм укрепил. Вот, и мне достаточно одной капсулы, когда я чувствую, что что-то в организме происходит не так. Вот. Так что я смело рекомендую тоже этот продукт. У меня есть клиенты, которые тоже много лет пользуются этими продуктами. Когда есть хорошая скидка, я с ними, конечно же, делюсь. Они и так берут по необходимости, но когда есть скидка, вдвойне как бы заинтересованы в том, чтобы покупать этот шикарный продукт. Еще здесь добавлено в астаксантин экстракт черники. И те, у кого зрение как бы уже по возрасту,
немножечко как бы надо подкорректировать, или по причине постоянного напряжения, кто работает с компьютером и так далее. Вот, настоятельно рекомендую взять и пропиться этот, ну, пройти этот курс. То есть одна баночка астаксантина, вот эта упаковка, она содержит 30 капсул. Если вы хотите пройти, вот как рекомендуют обычно курсами, то надо 2-3 курса пройти для того, чтобы получить просто шикарный аромат. И еще астаксантин, он такой многофункциональное его действие, он очень хорошо поддерживает нашу кожу, защищает ее как антиоксидант от различных воздействий. Особенно это актуально тоже, как я говорю, в эти холода, в перепады температур. Вот, и процедура очень простая. Вы берете во время еды, завтрак. Я в основном во время завтрака использую это. Вот, буквально капсулка, запил 2-3 глотками воды, продолжаешь кушать. Вот. Так что я рекомендую всем, кто бережет свое здоровье и заботится о здоровье своих близких, приобретайте. Сейчас просто невероятная скидка на этот продукт. Еще в центре моего слайда есть такой продукт, как праймер. Праймер уход NovAge, серии NovAge. Почему я его рекомендую, почему я ним пользуюсь и заказываю, когда есть хорошая скидка? Потому что праймер, он всегда вас подстрахует, я бы так сказала, да, у нас впереди праздники, и вдруг вы, ну, накануне не использовали ночную маску нашу NovAge, да, или долго, ну, всю ночь, скажем так, активничали в праздники, да, то на утро вы можете, приняв душ, там, используя NovAge серию и так далее, или вот Royal Velvet серией пользуется, если кто-то по возрасту подходит, да, но тем не менее, вот усталость и какие-то, ну, заметные морщинки можно подкорректировать этим праймером. Мы его протестировали, приехали с Польши, с завода Польши, Лена Монакова, это было 1,5 где-то года назад, да, она дала протестировать, потому что это была на тот момент новинка. И буквально на глазах, когда ты наносишь этот праймер, только начинаешь его разносить по коже, прям сразу видно эффект, как он заполняет эти как бы сферические такие частички своего рода силиконовые, они заполняют вот ваши морщиночки, которые заметны. Вот. И ты уже более уверенно себя чувствуешь, можно наносить тональную основу, разносить ее равномерно, и тогда... Вот, пишет даже наш эксперт Олечка, что праймер просто вау. Да, он просто восхитительный. Я в нем вот тогда, когда влюбилась, сейчас я постоянно его беру, потому что это, как я говорю, ну, такой, знаете, надежный, не просто помощник, а он гарант того, что вы будете выглядеть просто восхитительно. И еще продукты, которые я бы рекомендовала в этом каталоге, не проходить мимо, да, серия наша по уходу за интимными зонами. Вот, это наши гели, вот, по уходу за интимными зонами, и крем, деликатный уход за такой нашей интимной зоной, за нашими, в общем-то, женскими интересными такими участками кожи. И что я хочу сказать, эти продукты, они содержат в себе молочные кислоты, то есть они поддерживают pH-баланс там, где нужно, вот, и обеспечивают комфорт, увлажнение, даже кожа, вот наблюдают люди, многие говорят мне, что не просто комфорт, а вот ощущение такой, знаете, и свежести, и мягкости, то есть вот, ну, прям чувствуется, что это защищает нашу кожу от любых каких-то негораздов. И, конечно же, это здоровье. А женское здоровье – это дорогого стоит. Поэтому берегите себя и защищайте себя. И дарите подарки. Вот это тоже шикарный подарок, если кому-то из близких подарить. Или же рекомендуйте для покупок своим клиентам, для совместных покупок. Еще я просто в восхищении, потому что как только у нас появился этот продукт
Акваглоу, напиток Акваглоу в нашем ассортименте, в нашем каталоге, я сразу же его заказала и пропила нужный курс. Я хочу вам сказать свое впечатление. Очень много отзывов в нашем бизнес-чате, в бизнес-прокачка, да, много мы слышали на вебинарах, на наших выездных мероприятиях, вот, хорошие рекомендации. Но до того момента, пока ты сам его не используешь, ты не понимаешь всего смысла и вообще, что может дать твоему организму такой шикарный продукт. Рекомендации хорошие, но вот через себя решила пропустить. И я просто в изумлении от того, что буквально на третий день, я это говорю вам со всей ответственностью и честно признаюсь, что буквально на третий день я ощутила в конечностях, которые вот руки и ноги у меня постоянно зябли, постоянно были холодными, я как лягушонок, мне говорили все близкие, что я как лягушонок, очень холодные конечности. Вот, ну, естественно, я и мерзла, то есть всегда перчатками пользовалась, и ножки мне мерзли, одевала. Но буквально на третий день я ощутила, что мои ручки и ножки, они стали вот горячими. То есть улучшилось кровообращение, наверное, увлажненность дополнительная появилась. Вот формула, которая в этом напитке, вот действительно была рекомендована как для улучшения, так скажем, и тургура, и здоровья нашей кожи, всего кожного покрова организма, оно, наверное, вот работает на улучшение кровообращения, на улучшение питания. То есть помогает это, наш, вот этот напиток, разведенный в стакане, да, он приятного аромата нежного, вот, и розовый такой, с керамидами, поскольку, да, там частички такие. Но, скорее всего, он еще помогает, как говорится, ну, оздоравливает кожу нашу за счет того, что там эти керамиды, они поддерживают состояние кожи в нужном состоянии. Вот. И таким образом, я так понимаю, что эти продукты, они, ну, действительно, как неотъемлемая часть ухода за кожей нашего лица, за кожей тела. Вот, как я бы даже сказала, это один из главных компонентов, потому что мы не допиваем воды, мы находимся в помещениях, в которых и работают кондиционеры или обогревательные какие-то приборы, мы теряем влагу с кожи. И вот этот напиток, он действительно даст нам такую возможность. Да. Вот, Света пишет, что она тоже начала. И, конечно же, можно пользоваться и этим напитком. Акваглоу пройти курс. У нас есть еще время до Нового года. Да, и преображения кожи однозначно будут. И еще пилинг на Вейдж в этом каталоге тоже предлагается компанией. И по хорошей скидке, что он дает? Убирается лишний слой, ну, скажем так, ороговевшие частички легко удаляются с вашей кожи, кожа становится гладкой, кожа становится здоровой, обновление происходит ее. Если вы будете еще и напиток одновременно Акваглоу употреблять, то получите результат невероятный. До Нового года вас просто никто не узнает. Будут удивляться, что год прошел, а вы прежняя, такая же молодая и красивая. Я желаю вам, чтобы вы получили такие результаты, вот, и были в отличном настроении под Новый год. Ну и что такое допродажи? Я говорила, что и за счет допродаж мы тоже можем прибавлять к товарообороту, пусть и небольшие, но дополнительные бонус-баллы. Вот, за счет чего? В этом каталоге много всяких, скажем, продуктов, которые по доступной цене, и их можно добавить в любой заказ или клиента, допустим, с той же Viber-группы, вам прописали или продиктовали, а вы можете предложить им еще дополнительно такие
продукты, как наши смягчающие средства в двух ароматах. Особенно аромат мне понравилось то, что в конце концов я получила шикарное удовольствие, получив вот смягчающее средство с ароматом априкоса. Я его очень люблю, и это напоминает лето, это придает настроение. Ну и, естественно, смягчающее наше средство, оно используется как многофункциональное такое средство, и можно применять разные, решать с ним вопросы. Это и смягчение, и губки наши, и кожа, вот, и на пяточках, и везде. Вот, и также кутикулы смягчать. Ну, в общем, много-много решать своих вопросов. Да, после 40 осторожно с крабами, Света пишет. А вот кислотный пилинг, он очень... Спасибо, Свет, за подсказочку. Вот, я просто упустила этот момент, не сказала. Да, он очень мягко, наш пилинг расщепляет эти частички. Вот, и очищает кожу от лишних, уже как бы отмерших частичек, вот, и предоставляет такую чистую кожу, естественно, она будет отлично реагировать на последующие какие-то нанесения последующих кремов и сывороток и так далее. Вот, для Добродаш... И Оля, благодарю вас, девочки, за то, что вы... внимательно слушайте и даете тоже свои подсказки, рекомендации. Вот, у нас есть новиночки с шикарным ароматом, новогодним ароматом нашей корицы. Вот, кто-то любит, просто это сразу напоминает Новый год. И плюс здесь еще есть такие красивые рисунки новогодние на этих упаковках, так что однозначно они доставят удовольствие. Если правильно их предложить, вот, например, набор 55 гривен. Если это клиент, вот, ему показать выгоду, что это два продукта. И это может быть подарок маме, например, или подруге, или сестре. Вот, такой шикарный, шикарным ароматом. Вот, поздравить с Новым годом, будет отличный подарок. Вот, если, например, человек, у меня... Говорит, да, мне крем не надо, я только брала. Я говорю, ну тогда возьми гель, это просто невероятная скидка. Вот 40 гривен 90 копеек по каталогу. Наша цена это 32 гривны, даже 31 гривна гель густой, хороший, с личными ароматами. Здесь, кстати, есть еще и мужской гель. Вчера на вебинаре итоги каталога Лена Монакова, Айкум был у нас вебинар нашей команды вышестоящих спонсоров. Елена говорила, что продукты, которые дешевые, допустим, такой приемлемой цене, да, они продают себя сами. Но вот как раз сами они могут продать, когда мы о них напомним людям, которые делают заказы, вот нам что-то заказывают, а добавить гель, добавить смягчающее средство, это как раз будет шикарным дополнением. И если у вас несколько человек в структуре, то как раз получится, что эти продукты добавят вам тоже хорошо, дополнительными будут организации дополнительными товарооборотами. Еще можно предложить масочку на Вэйдж. Вот, ее можно самому приобрести, и ваших активчиков, ваших клиентов или ваших консультантов, которые делают большие заказы, поприветствовать, поощрить, так скажем, да, поздравить с Новым годом. Всего 24 гривны стоит. Вот Елена об этом вчера говорила. Или можно себя порадовать и тоже приобрести эту маску. Вот, и обязательно рекомендую заказать вот такой набор, который всего за 34,90 по каталожной цене. Это пробники нашей парфюмированной туалетной воды Love Potion, которая у нас драйвером каталога является, да, и предложить это еще и клиентам, такую поучаствовать в этой акции, и тогда у вас будет при заказе несколько раз, если вы сделаете большие заказы, большие товарообороты, то вы получите несколько возможностей этих продуктов, и тогда можно заказать и клиенту, и себе вот такую туалетную водичку. Ну и плюс губные помады
пробнички нашей губной помады, вот, которую можно приобрести в последующих каталогах. Вот. Приобретайте, пользуйтесь. Мой самый любимый аромат, пишет Оля Дюдюк. Благодарю, девочки, за то, что вы комментируете эти слайды. И еще у нас есть хорошая новость. Кто заходил в чат, смотрел и видел, что наши продукты заняли в России буквально вчера призовые места. Гламур. Есть такая премия «Гламур». Вот, и Света выставляла сегодня слайды, или кто-то из девочек, да, выставляли слайды о том, что эти продукты вот, получили такую высокую премию, премию года «Гламур» 2019, потому что наша сыворотка для лица «Навэч» против морщин, вот, она невероятный фурор произвела, потому что результаты буквально на лицо. Наносишь эту сыворотку и видишь, как преображается твоя кожа. Я это испытывала на себе. Мы тестировали с девочками на офисе Селидова. Вот, и подтверждали это, когда делали фотографии, высылали. Вот SkinExpert делали такую экспертизу, так скажем, да, на телефон проводили. Свет, напомни, как это тестирование называется. Вот, и результаты были просто восхитительными. Также наша тушь, новинка с экстренным объемом, она буквально в позапрошлом каталоге была, и она уже успела найти своих поклонников, вот, и такой фурор произвела, потому что там действительно невероятный объем она дает, вот, и оригинальная такая упаковка, все это сложилось вот воедино, да, что она завоевать успела уже свою популярность. И тот продукт, о котором я вам так долго рассказывала, это напиток Aqua Glow. Вот он тоже работает буквально несколько каталогов у нас. По-моему, даже вот три каталога, как он у нас в продаже. Но уже люди получили результаты, потому что там курс 15 дней первоначальный. Вот, и за 15 дней ты уже можешь получить впечатления, поделиться своими результатами, вот, и рекомендовать смело другим людям. А теперь будет рекомендовать нам еще проще и легче, потому что мы можем вот эту новость рассказать своим знакомым, своему кругу знакомых, своим клиентам, своим консультантам, которые сегодня не на вебинаре, и порадоваться за компанию и за нас с вами, что у нас есть такие просто невероятные продукты. И на этом, девчоночки дорогие, я завершаю сегодня, мы с девочками завершаем этот праздник каталога, вот наш запуск. И желаю вам здоровья крепчайшего, любви, счастья, огромных товарооборотов и роста в бизнесе. Пользуйтесь продукцией, рекомендуйте другим людям, вот, и получайте сами удовольствие, и получайте шикарные результаты. Всего вам доброго! Вот сидишь и смотришь ролики. Может, лучше поможешь мне выбрать подарки? Для моей мамы, например. Она фанат всего натурального. Кажется, у нее даже мыло для рук. Свежевыжатое. Возьмем моего босса. У нее 20 тысяч селфи в телефоне. И это только утренних. А моя сестренка считает, что красота – это точная наука. Цитирует наизусть Ницше и состав крема. Мой любимый – тот еще кадр. У Саши свой метод борьбы с возрастом. Он просто не взрослеет. Мои бабушка и дедушка – это просто праздник какой-то. Они нашли друг друга, а я нашла им подарок. Я люблю их всем сердцем. Хотя они сами те еще подарочки. Подумаем вместе.